Я всем приветствую, сегодня поиграю в Майнкрафт, да, тот самый любимый Майнкрафт, который я раньше играл и всегда играл, короче, да. Сегодня я попробую поиграть в лаборатории, там, лаки-блоками. Ну попробую, просто я всегда играл с коварс обычно, а попробую сейчас играть с лаки-блоками. Там сложнее, потому что удача, а я такой везучий, что вообще, ну ладно, давайте приступаем к всем играм. Давайте. И поиграю, да, как всегда. Lucky Block, Skywars. Я пытался одну игру сыграть, я как-то как лох умер позорный. Так что, очень удивительно. Так, залутали. Так, забираем. А, это бридж, понятно. Нет, пока не нужно. Это мосты. Такой лучше будет. Это. Там просто написано очень хорошее. Так что, можно и то выбрать. Ну, попробую кого-нибудь скинуть. Мы в этого не попадем все равно, так что... Окей, нам нужно оружие. У нас нет оружия. А теперь есть оружие. Вот так, все, бабах! А 100 тысяч тоже есть? Не умирай, чувак. А, он умер. Ты сейчас понял, что ты сделал, чувак? А вот спрыгивай ко мне, китаец. Я ж тебе попаду, тварина, а? А ну стой, баклажан! Ну прям в воду! А что же было? Шейдер! Вот петуха! Пойду просто близли построюсь. Читеров развелось, какая жесть! Четко? Я умею так круто строиться? Завидуете? Да? Как ты меня убил, тварина, ты забинская? Ты слышь, падла драконья, ты... В воздухе! Вы издеваетесь? Угу. Ну круто, чё бы и нет, взять меня, короче, в воздухе как-то там застопить. Крипер! И вот, короче, все. Я появился на карте, я оделся, я теперь строюсь, потому что я профессионал. К этому лучше не идти сейчас. У него есть сила на несколько секунд была, теперь можно спокойно фигарить. Конечно, я сказал фигарить. Все. Ставим себе регенку. Так, это тоже меняем. Все, вообще шедевр. Я сломал, поломал, забрал себе почти всю алмазку, только убив одного человека. Кому еще надо? Так. А ты вот ты... Так, а давай продукт его кидаешь. Не сме... Так, иди отсюда. Все, короче, этого мы грохнули. Падла какая! Угу.
Да иди в жопу, что мне с тобой тут барагозиться, ломаться, короче. Ты просто возьмешь, меня скинешь, я всю катку заруиню, как всегда. Так что иди в жопец. Чисто по-культурному и по-хорошему. Так, это убираем, это пока что. Ждем рефил, короче, да. Нам нужен рефил. Нам нужны сильные вещи, сильные, все хорошо, и будем тащить, как всегда. Так что где мои вещи? Где мой рефил? Вон, падла, еще одна. Ля-л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 я. Иди ко мне тогда. Ох ты ж! Пошел в жопу отсюда! На тебе, гандонил Бандерас! Так, удочка мне не нужна. Чё-то, я не понял, у меня что вещи не лутаются? Так, мне нужны просто обычные эндер перлы. Перлы. Ты типа не понял. Понял тебя. Вот теперь оказался дураком. Ты уходил мне ловушку, где же я упал? Вот. Дотащил нормально Скайвар с первой попыточки, так что может быть все хорошо. На этом мы заканчиваем, потому что я, великий Фоксянус, затащил Скайварс соло с первой же попытки. На этом мы заканчиваем. Был Фоксянус, подписывайтесь, лайк, пишите комментарии. Да, поставьте колокольчик на видео, потому, точнее, на канал, потому что уведомления не приходят. У меня есть второй аккаунт, туда уведомления не приходят. Хоть у меня есть там колокольчик. И даже без этого у меня тоже не приходило. Так что лучше поставить, чтобы быть хорошим подписчиком, четким и скилловым. Да, на этом мы заканчиваем. Всем удачи, всем пока. Короче, спасибо, что посмотрели это видео. Пока.